У вас наверняка возникает вопрос. Наверное, этот чувак хочет на мне заработать. Нифига я ему не дам. И поэтому я решил снять это видео, чтобы внести ясность. В заголовке моего канала стоит изречение Йогананды. «Ставь целью помощь людям вместо финансовых целей, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Ты никогда не будешь обделен». Вот именно эта фраза меня очень сильно срезонировала. И именно это для меня главное. Главный принцип для меня – это дать вам ценность, помочь вам. И сейчас вы поймете, что это действительно так. На самом деле я искал возможности для того, чтобы обращаться с деньгами для себя. И искал лучшие варианты именно для себя. А потом решил рассказать об этом окружающим, своим знакомым, близким. И это действительно хорошие возможности. Накопительные программы позволяют обеспечить пассивный доход на всю жизнь. И выгоды, но это очень долгосрочные программы. О том, сколько мне платит за компания за каждого такого клиента, я расскажу в другом видео отдельно, когда я буду рассказывать о накопительных программах. А сейчас я хочу рассказать, сколько мне платит Открытие и Тинькофф за каждого клиента. На самом деле началось все с Тинькова. Я выбрал карточку Тинькова для себя и банк Тинькова, так как он давал наилучшие условия. И бесплатно его рекомендовал всем. Но в какой-то момент Тинькофф вдруг объявил акцию «Приведи друга». По этой акции он выплачивал вознаграждение каждому, кто приведет друга в банк в качестве клиента. Он выплачивал по 300 рублей за то, что вот человек откроет депозитную карту, и 750 рублей за кредитную карту, которую откроет друг. Но больше всего мне понравилось то, что такие же деньги банк выплачивал и тому другу, которого я приведу. То есть вы получаете деньги такие же, как получаю я. И это вот очень здорово, прямо вот вообще вот то, что мне нравится. И несмотря на то, что за кредитную вознаграждение заметно больше, 750 рублей, я всегда рекомендовал именно депозитную, потому что, на мой взгляд, именно она приносит максимальную пользу. А с кредитной там надо пользоваться очень осторожно и очень аккуратно, чтобы не влететь. И я объясняю как. И еще, пользование депозитной картой само по себе приносит нам ежемесячно примерно 500 рублей дохода дополнительного в виде кэшбэка и процентов, которые вы получаете за остаток на счете. Кстати, таких условий не дает ни один банк. И отсутствие комиссии за банковские переводы, что мне особенно нравится. То есть я как раз даю вот эту вот ценность, которую больше, чем получаю. Получаю я всего 300 рублей, а даю вот ценность 500 рублей в месяц. Вы получаете, я ничего не получаю. А вы получаете и 300 рублей, и 500 рублей каждый месяц я не получаю. То же самое с Открытием. Вначале я рассказывал об этой уникальной возможности бесплатно. Но после Тинькова я вдруг задумался, а почему бы Открытию-то, наверное, тоже выгодно, если я привожу клиентов. И я решил узнать, нет ли там подобной программы. Оказалось, что есть, почему бы не воспользоваться. Вы, наверное, заметили, что в Открытии счет открывается бесплатно для вас. То есть с вас никто не хочет брать деньги, пока вы не начнете получать хороший доход. Во, здорово. И только после того, как вы вносите деньги на счет и начинаете получать высокий доход, а он действительно получается, брокер выплачивает мне вознаграждение в 300 рублей. Согласитесь, сумма чисто символическая, 300 рублей. Вот, по сравнению с той ценностью, которую вы получаете. Далее. Вы получаете доход от операций на фондовом рынке, и он на самом деле намного превышает ставку по депозитам. На самом деле. То есть вы получаете ценность в виде повышенной доходности примерно от 2000 рублей каждый месяц на каждые вложенные 100 тысяч, 2-3 тысячи. И брокер берет мизерную комиссию 0,2% за каждую операцию, 0,2%. Сравните это с банковским переводом. Например, в Сбербанке любой перевод 1,5%, здесь 0,2%, ну вообще мизер. Ну, например, если вы совершили операции по купле-продаже активов на 100 тысяч рублей, то ваша комиссия составит всего 200 рублей в месяц. Операции в модельном портфеле дают среднюю доходность 3%, то есть вы получаете примерно 3000 рублей с этого.
Согласитесь, что 200 рублей совсем небольшая и разумная плата за такую доходность. И 10% от этой суммы, то есть 20 рублей, согласно договору, получаю я. А если вы открыли договор не через меня, то вы заплатите те же самые деньги все равно. Но они останутся все у брокера, мне ничего не достанется. Вот вся разница. И, то есть для вас никакой разницы, мне просто приятно. И понятно, вы получаете просто кайф, и в любом случае кайф. И понятно, что в любом случае вы получаете ценность намного больше, чем отдаете и чем получаю я. И принцип Йогананды как раз вот этот выполняется. И вы, наверное, не можете поверить, что я работаю за такие гроши. 300 рублей и плюс 20 рублей. На самом деле 20 рублей это главное. Ведь здесь вроде бы что-то не так. Нельзя же всерьез работать вот ради 20 рублей в месяц, правильно? И я действительно получаю вот эти вот 300 рублей. И плюс 20 рублей от операций. Но вы скажете, почему я это делаю? Ну, во-первых, я сам пользуюсь этими услугами, о которых я рассказываю, и сам получаю свой доход именно там. Поэтому основные деньги, конечно, я получаю там. Но давайте подумаем, если я помогу 1000 человек получать дополнительный доход, то какое будет мое вознаграждение? Вполне себе нормальное. 300 тысяч рублей вознаграждение и 20 тысяч рублей с каждых 100 миллионов оборота благодарных клиентов. А именно такой средний оборот и бывает. Ну, обычно это бывает 200 тысяч рублей в месяц. Так вот, я рассказываю о том, что создавайте пассивный доход. Вот это и есть один из источников пассивного дохода. То есть я даю вам ценность, вы получаете вот такой вот, такую доходность, и вот столечко вот с каждого, ну с каждого получаю, конечно, я. Поэтому именно этим и я занимаюсь, и именно поэтому я снимаю видео. Ведь это видео могут посмотреть и посмотрят, точно совершенно. Вот вы скоро увидите, что это видео посмотрят тысячи людей. И если я смогу помочь хотя бы маленькой доли из тех, кто посмотрит, ну, я буду вознагражден вполне себе. И таких источников пассивного дохода, как я уже сказал, я обнаружил совсем-совсем немало. И я хочу предложить эти источники вам. Поэтому подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, и я расскажу, как вы сможете также получать пассивный доход. Ну, например, вот в открытии вы тоже самое можете такой же договор, как и я, заключить, и так же, как и я, действовать. К сожалению, я не могу подключить вас к своей программе, сказать, ну, это вот, это делает открытие. Но у меня есть еще идеи, как именно вот подключить вас именно вот к тем доходам, которые получаю я. Смотрите мое видео, поэтому подпишитесь на мой канал. Скоро будут новые выпуски именно о том, как вы можете заработать дополнительный доход. Не только за счет модельного портфеля и Тинькова, но, так сказать, есть еще масса всего интересного. А сейчас пока, до свидания.